На фоне рекордов, которые ставит рубль по отношению к европейской валюте, весьма скромно выглядит индексация пособий российским пенсионерам. И тем не менее, выплаты увеличатся почти у 400 тысяч ярославцев. Повышение пройдет в два этапа. С 1 февраля рост на 6,5%. С 1 апреля еще одно увеличение от 3 до 5% в зависимости от категории получателя. Каждый месяц нашей области на выплату пенсии требуется 4,5 миллиарда рублей. Это при том, что ее средний размер сейчас составляет около 11 тысяч. В региональном отделении пенсионного фонда уточнили принятый порядок увеличения. Не будет увеличения пенсии инвалидам с детства, детям-инвалидам и инвалидам, которые не имеют страхового стажа. Им индексация будет с 1 апреля текущего года. Те граждане, которые получают две пенсии, то есть трудовую пенсию и государственное пенсионное обеспечение, у них будет увеличение только трудовой пенсии. А к ним относятся такие категории, как инвалиды-участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших. Вот это надо будет иметь в виду.